Ну что, девочки, вот такой у меня получился органайзер. Я уже такой шила, вам показывала. Но сейчас тоже еще раз покажу. Лишним не будет. И собираюсь сейчас на почту отправлять посылочку. Вот здесь у меня фетровая вот эта игольница. Все-все-все сделала. Ну, классно, мне нравится. Сейчас упакую в бумагу тишью, подпишу открыточку и вот пойду. А я же вам, кстати, не рассказывала, куда полетит этот мой органайзер. Вы представляете, он улетит в Америку, в США. Я так удивлена, я так рада. Это прям супер. Ну, классно, удивительные ощущения какие-то, невероятно радостные. Вот, хотелось тоже с вами ими поделиться. Ну все, сейчас, в общем, я вот эти все дела сделаю и вернусь к вам. Я вернулась, смотрите, по пути какой хороший, красивый кусок мяса я купила. Вот в находке у нас по утрам новый завоз мяса свежего, и можно вот отхватить такой хороший кусок. Сейчас буду делать из него фарш, а вот это вот место, где косточка, его положу на бульон, сварю супчик какой-нибудь легенький. А из фарша планирую налепить пельмешек, давненько их не ела, очень хочется. Вот мои котлетки, ну а пельмешки у меня уже замораживаются в морозилке. Так как остался фарш, я решила сделать котлет и приготовить сегодня на ужин их. Ну потому что они вкуснее свежими, а пельмешки без разницы, замороженные, ну как бы вообще, ну не, я лично не вижу, короче, разницы. Там у меня еще охлаждается арбузик, ну все, у меня сегодня какой-то такой полупустой холодильник. Вот, и потихонечку я подъедаю, кстати, эти варенья. Это меня прям радует. Вот что значит порядок в холодильнике. Все, мои котлетки готовы. Я еще сделала вот такой салатик со своим этим листьями салата, который вырастила на балкончике. И сварила сегодня ячневую кашу. Все, приятного аппетита вместе со мной. Всем очередной раз привет, у нас новое начало нового дня, такая тавтология получилась дурацкая, но дело не в этом, дело в том, что у меня вот здесь классная новая посылочка, я вам рассказывала о том, что я участвую в обменнике со своими вышивашками, которые разбросаны просто по всей России, сама я отправляла в Сибирь, а мне пришла посылочка с Крыма, из города Севастополь. Вот, поэтому я вас приглашаю. Давайте все вместе распакуем. Сейчас я только найду ножницы, а то я, как всегда, села, ножничек нету. Все, я вооружилась ножницами. И теперь давайте открывать. У нас не было какой-то прям такой особой темы, что обязательно что-то рукодельное или вообще там какому-то празднику приурочено. Просто мы решили, что почему бы нам не обменяться, давненько не было обменов. Бюджет тоже у нас очень скромный, небольшой, поэтому здесь просто должны быть какие-то такие милые приятности. Так, ну я так понимаю, это просто так коробочка была, для того, чтобы все внутри было целое, в целости и сохранности. Ну да, смотрите, как красиво внутри, вон сколько милоты. Сейчас мы с вами все-все раскроем, посмотрим, прочитаем. Ой, так много сверточков, ну прям класс. Единственное, что уже не упаковано, и о чем я уже могу сейчас рассказать, это печеньки с предсказаниями. Я такое люблю. У меня даже такие печеньки с предсказаниями были на свадьбе. Я специально их покупала для того, чтобы каждый гость мог взять. Ну, это такая, там, знаете, открываешь, там красивое какое-нибудь пожелание. Здорово, я такое люблю. Классно, сейчас буду завтракать и как раз вот вместе с кофе мы с вами откроем, посмотрим, что же было в моей первой печеньке. Открытка вот такая от Гаммы с вышивальной схемой. Они, ой, Гамма, Панна, извините. У меня уже есть таких несколько открыточек, они прикольные, классные, вот как миниатюрки. Классно, ну а здесь пожелание только для меня.
Классно, классно, классно. Ну так, что? Вот смотрите, у нас здесь такой сворточек. И вот эти два. Давайте я сейчас уж их красивенько сфотографирую для отчета и вернусь, и мы с вами быстренько их откроем. И будем радоваться тому, что там внутри. Все, я вернулась. Ну что же, Марочка тоже тут как тут. Давайте откроем вот этот сверток. Здесь написано «Время релакса». Мне интересно, что тут какое-то такое, ну, кругленькое и гнущееся. Сильно не давлю, чтобы вдруг ненароком не сломать. Ой, ну надо же! Вы представляете? Это и так интересно, потому что я же вам показывала, что я такие же розы отправила своей подопечной. А нет, это не в этом фэсе. В дне рождения в августе я отправляла еще один подарок вышивашке, и я ей отправила вот такие эти розочки. Это не в этом обменнике, но это интересно, потому что я только-только их отправила, и они мне вернулись, ну, уже в другом качестве. Но это классно. Мыльные розы, в общем, я люблю их иногда использовать, но это прикольно, красиво, почему бы и нет, да, вот когда принимаешь душ или ванну, это классно. Ну, а здесь у нас три этих маски для лица, но они скреплены между собой, девчонки, поэтому вот так у нас. 7 Days, это позитивный вторник. Мне нравятся от 7 Days эти маски. Как любые маски, они, конечно, работают одинаково, но они... Я жертва маркетинга, мне нравится у них эта упаковка. Не, ну с розами это прикол, конечно. Так интересно, ну классно. Такие случайности, да, совпадения. Ну а здесь вот мне интересно, здесь написано кое-что милое, розовое и с блестками. Такой увесистый этот. Прям интересно посмотреть, что там. Сверточки. Господи, что такое? Мерцающий скраб. Фруктовые блестки, сияй. Вот он такой розовый, реально розовый с блестками. Ну вообще, с пандочкой. Ой, Алсушка, наверное, вообще в восторге была бы. Алсу, отпишись, если ты тут. Клево, клево. Алсушка должна ко мне в пятницу прийти с Данилкой в гости. Вот, буду ей показывать воочию. Прикольно, спасибо. Такой прикольный, неожиданный. Надо попробовать, короче, все, день релакса, но не сегодня, в общем, на днях, потому что сегодня надо еще ехать вечером в храм. Так, вот здесь написано «Для любимого дела». Давайте посмотрим, что тут. И я узнаю эту упаковку, потому что уже в одном из обменников, в этом, кстати, году весной, у меня была подопечная Юля, и она мне уже отправляла кружку, там свечку, еще что-то. Ну, в общем, кружкой я до сих пор пользуюсь. Я запомнила вот эту упаковочную бумагу, потому что я обожаю птиц. Здесь вот с ласточками на розовом фоне. Это прям классно. Ой, пуговички. Это я писала в своей анкете, что, ну, так как я теперь шью, мне, ну, полезна была бы какая-нибудь фурнитура, и если там увидишь мой красивый набор пуговиц, то пришли мне, я что-нибудь сошью и вот их куда-нибудь приспособлю. Вот такие пуговички мне Юля прислала. Классные. Надо будет. Ну, вот я говорю, это такая нужная вещь, которая действительно, вот, ты уже все сшила, да, и надо искать пуговицы. И иногда бывает так, что вот таких каких-нибудь красивых вот парочку пуговиц не хватает. Все. Ну, классно. Пойдемте пить чай. Спасибо, Юлечка, большое, если ты меня тоже смотришь. Ну, ты, по-моему, смотришь. Вот, спасибо тебе большое. У нас Юлечка недавно только стала мамой, поэтому у нее сейчас так мало времени, и мне безумно приятно, что ты вот уделила мне свое время, внимание. Вот, и как вот вы с малышкой ходили, наверняка все выбирали, это прям мне очень-очень мило. Ну, а я пойду завтракать с твоим пожеланием. Все, спасибо.
Ну что же, вот, смотрите, какое у меня послание. Великие дела нужно совершать, а не бесконечно их обдумывать. Здорово, правда? Ну и на этой ноте мы с вами давайте сегодня уже попрощаемся. Всем большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Хорошего настроения. Обнимаю, люблю, целую. Пока-пока.